Здравствуйте. Перед нами стиральная машина Miele 960 модели. Miele W960. Как ее разобрать? Вопрос, который, возможно, задают многие начинающие мастера бытовой техники, либо даже те, которые привыкли разбирать, скажем, машинки Samsung, LG, Indesit, ну, в общем, другие классические. Miele является необычной машинкой в некотором роде, и некоторые, может быть, и не знают, как ее разобрать. Итак, хотелось показать вам, что мы делаем в начале. В начале мы достаем, мне придется это одной рукой держать камеру, другой рукой это делать. Достаем лоток для порошка. Для этого вот там есть красная пимпочка. Мы ее нажимаем, и лоток достается. Затем, обратите внимание, есть два крепежа, два винта под Т20 и один вот здесь немного подтайной. Вот их нужно раскрутить. Я сейчас нажму на паузу, раскручу, и мы продолжим далее. Раскрутив эти шурупы, далее мы переходим к передней дверце. Ну, для этого открываем здесь с помощью отвертки, например, и внизу есть колечко, да, вот это. Дергаем за это колечко, открывается вот этот люк передний, и здесь есть три крепежа. Вот они, да? Раз, два и три. Ну, они под головку на 10. Также выкручиваем и вернемся. Я ставлю на паузу и вернемся. Все, раскрутили эти болтики. Кстати, эти болтики нержавеющие. Эти болтики нержавеющие, поэтому желательно их, то есть они выдерживают агрессивную среду, желательно их не затерять. Некоторые совершают ошибку тем, что потеряли и могут себе позволить поменять на такой же самый. Часто приходилось встречать в каких-либо стиральных машинах, как дилетанты просто меняли. Но такие болты ржавеют, они не выдерживают здесь агрессивную среду. Поэтому советую, рекомендую этого не делать. Далее, обратите внимание, вот эта вот дверца полностью сейчас открывается. Внизу для этого, внизу нужно убрать вот так вот шланг для слива. И все. И вот так вот эта дверь, как бы крышка дверь, открывается. Открывается, и мы имеем доступ к электронике, к тену, двигателю там. Ну, если надо, и помпу снимем также. Ну, если что, патрубок надо поменять, резину и так далее. Вот и все. Кому оказалось полезным это видео, то не скупитесь на лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.